Я решила записать, чтобы потом вспомнить, как я делала, и залить такой пат, чтобы потом когда-нибудь, может, еще повторить. В общем, тут у меня внизу треть большущего зубчика чеснока помолотого. Ну, вообще можно, в принципе, зубчик чеснока использовать. Потом рулончик такой фунчозы, наверное, 50 грамм фунчозы, пара рыбок, тилапии, чайная ложка карри. Все это сверху посыпано сыром уже тертым, вот этим вот пармезаном. Ну, вообще, я думаю, можно любой тертый сыр взять. Вон там видно два листика этих самых лаврика торчит. И фунчоза благодаря карри окрасилась в непонятный цвет, вы это видите, но она еще не соленая. В общем, берете чесночок, молите его. Потом берете воды в кастрюльку фильтрованной воды. Фигачите туда пару рыбок. Ну, изначально что-то у меня упало опять. Фигачите туда, короче, сначала чайную ложку карри, потом фунчозу и пару рыбок. И оно это варится. И пару листиков, можете один листик лаврика. Потом это все процеживаете, зафигачиваете с дуршлака в тарелку, где уже есть чесночок, и сверху посыпаете вот этим сырком. И приятного вам аппетита, дорогие зрители, и пока!